Он уютный и гостеприимный. Сегодня я жду гостей. И их ждет вечер, который они будут видеть в самых страшных кошмарах. Шестеро смельчаков придут, чтобы найти и забрать у меня 666 долларов. Но так просто я их не отдам. За них нужно бороться. И сегодня все шесть отправятся на жесть. Долго ждали, и, наконец, это свершилось. Двери моего дома открыты для вас. Я тщательно подготовилась и позаботилась о вашей безопасности. Ведь я тоже по вам соскучилась, по вашим крикам, слезам и боли. И мы... начинаем! Где вы, счастливчики? Меня зовут Сергей Казанов. Рокинов Егор. Джалилова Алена. Меня зовут Элина. В интернете меня многие знают как Лисичка Элина. Меня зовут Лара Шум. Меня зовут Владимир. Да, я здесь была. Моя психика пошатнулась после первого раза. Вот, но я решила убить себя окончательно и пришла во второй раз. А в прошлом выпуске я вытаскивала голову свиньи из ванны. Так что это самое, наверное, ужасное, что я делала в своей жизни. Поверь, самое страшное ждет тебя впереди. Я актриса кино. Я няня. Продажи, маркетинг, предпринимательская деятельность. Видеограф. Снимаю женщин. Впарить то могу. Почему бы нет? Окончил школу с золотой медалью. Ну вот ищу себя. И вроде как нашел, но чего-то не хватает. К психологу в детстве ходил. Вот сейчас, кстати, супер спокойный стал, раньше был сильно агрессивный. Я прохожу тренинг полугодичный, как выйти замуж. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Рэп пишу, классный. Я с другом Саней и подругой Аней убираем сарай зимние, сани и лыжи. Надеюсь, ваши знания помогут вам победить в моей игре. Или хотя бы выжить. Смотрел ваш выпуск, и я думаю, блин, камон, я тоже могу, наверное. Подал заявку, ее одобрили, пригласили на кастинг, и, собственно, вот я здесь стою, да, я когда-то находился на месте зрителя, тоже думал, блин, было бы круто, и вот он я. Лишь бы ты не пожалела о своем решении. Да я боюсь все на свете, я ужасно боюсь ящериц, лягушек. Змеи до смерти просто. А что ты думаешь о тараканах? Съесть живого таракана? И прям сажать таракана не стал бы. А тараканов я не люблю. Ну это же не будет, да? Ради денег, да. В детстве боялся пауков, прям жуть. Если будут гробы, нет. Я как представлю этих червей, я вообще хотела отказаться сегодня. Не, ну прям реально, в натуре будут тараканы, и прям их надо будет есть, и то есть они прям живые. Не, ну это максимально, я не готов. Нет, спасибо. Где дверь, куда выходить? Тогда я предложу вам кое-что еще интереснее. Я сюда пришел с деньгами. Вот я выиграю деньги, я себе сразу сексодром куплю просто. Деньги потрачу в бизнес. Кредит закрою. И на благотворительность, естественно. Я куплю себе хорошую камеру. Вот, руки вроде из плеч, и все вообще пойдет в гору. А деньги бы я потратила на курсы психотерапевта. Я выиграю 100%, 1000000%, что я сегодня выиграю. Насру на всех с большой колокольни, и остальные пусть идут лесом. Я очень надеюсь на то, что я победю. Ну-ну, мечтайте. Так как это второй сезон, я пришла не одна, я принесла свое тотемное животное, упоротого лисенка. И получит его тот, кто правильно ответит на вопрос в конце выпуска.
Ну что ж, мой дом ждет вас. Закованы. Ключи в этих сосудах. Опускайте ваши руки, ищите ключ и спасайтесь. Я даю вам 3 минуты. И помните, вы здесь не одни. Какие-то опарыши, кишки куриные. Там была какая-то смесь, говно, что ли, не знаю. Было очень омерзительно. Я не знаю, как я выжила. Блядь, сука. У меня в голове было, что, ну, как бы ключи, да, обычные дверные, как бы вот, ну, сразу поймешь, да, когда до них дотронулся. А тут, ну, блин, она сантиметр. Какое-то говно. Там была глина, по-моему. Тут тоже какая-то глина. Тут, походу, дело какие-то мидии, наверное. Я даже заглядывать не буду. Так, тут тоже какое-то говно. Там же так воняет, а ты тухлятина, это пипец. Да, мне еще между ног засунь этот топор. Я уже и так тут раком стою. Да, я нашла, только я ни разу наручники не открывала. С замком была проблема, но теперь я буду играть в садомазу, честное слово. Блядь, что там такое? Я такой вытаскиваю, думаю, нихуя себе, скорпион. Что за мясо какое-то? Блядь, рыбьи головы. Твою мать. Тихо. Все нормально. Тихо. Ты должен найти этот блядский маленький ключик. И с другой стороны тебя эта девочка, она постоянно шугает. У нее ужасное лицо. Тихо, сейчас разобью. Не переживай, она в перчатках и на расстоянии. Бойся содержимого сосудов. Ай-я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 й. Нашел. Это максимально неприкольно было засовывать руки вот в эти горшки, в эти вазы, короче. Мне не понравилось. То, что я нашла ключ и случайно его выронила. Начала его там опять искать. Органы, что ли? Не понимаю. Я что-то нащупал. Корея. Время на исходе. Вазу я случайно разбил. Червяки-то мерзкие.
Я не понимаю, я все проверил, нет ни в одной. Я нашел, да. Я нашла ключ. Я нашел. Мам! 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 Поздравляю вас. Вы все успели найти ключ и спастись. Готовы играть дальше? Готовы. Да. Следующее задание вы будете выполнять парами. И в конце двое самых слабых покинут мой дом. Решите, с кем вы будете играть. Каждая пара должна собрать наибольшее количество определенных предметов в соседней комнате. Начинают Алена и Илина. Одна из вас будет слепой, а вторая – ее проводником. Ваша пара будет собирать лягушек. А лягушки живые еще раз? Ты почувствуешь. У вас будет 3 минуты. Время пошло. Голос сказал собирать лягушек. Алена подумала, что нужно собирать живых. Ну, слава богу, нет, потому что это был бы кромешный просто ад. Так, грудь сделай ниже, чтобы я видела, что на полу. 2 шага. Обратно, зайди обратно, не выходи из комнаты. Я не могу. Ты можешь зайти обратно. Я не могу. 2 шага вперед. Когда я вошла в эту комнату, эти звуки и темнота, это было ужасно. Алена, перед тобой лягушка! Перед тобой лягушка, бери ее! Там нет никого! Алена! Она тебя обманывает. Да, все, отлично! Алена сама очень сильно была испугана, она сама очень сильно кричала, поэтому мне приходилось намного сильнее кричать. 2-я коробка перед тобой! Абсолютно. Пожалуйста, я не хочу играть. А я хочу, Алена, ищи лягушек, блин. Перед тобой, кажется, лягушка была. Лягушка на стене. Руку вперед. И сделай 2. Ты взяла? Ты взяла? Пошарь по полкам. У тебя справа находятся полки. Там коробка. Куда забирать их? В карман, в карман. Итак, видишь перед тобой коробки? Да. Пощупай под коробками. Это просто звуки. Реально Элине благодарна, то, что она... Вот в ней что-то есть такое, что может на расстоянии как-то утешить, поддержать, она это может. Нащупала коробки, есть что-нибудь внутри? Нет, этот какой-то. Хорошо, выкидывай нафиг. Еще одна коробка, знаешь, на уровне твоего пупка. Нашла, нащупай. Руки вперед, на уровне пупка пощупай, да. Я вообще не понимаю, как я не сорвала голос. Это просто звуки. Это моя лягушка. Ой, там еще одна лягушка. Впереди лягушка, прямо на полке, но тебе нужно вытянуться на всю катушку. Алена, слышишь? Да. Сестричка, потороти ее. Я не могу описать эти эмоции, правда. Это такой страх внутри, у меня болит все на свете от волнения. Нет, руки вытягивай вперед. Вытягивай руки вперед. Есть что? Время вышло. На выход. Ты в порядке? Теперь играет 2-я пара. Вова и Лара. Ваша пара будет собирать змей. Время. Прямо. 3 шага. Тут стоп. Вправо иди. Вот, теперь прямо иди. Иди. У тебя там коробки слева. Тихо, змея это! Есть, бери. Змея, заебись.
Это была, так скажем, тестовая змея. То есть я нащупал ее, понял, как оно вообще выглядит, как оно ощущается. Вытянул ее перед собой, чтобы напарница Лара, она увидела и сказала, змея это или нет. Я отдушил змею вот так перед камерой. Вот. И Лара сказала, что да, действительно змея. Я понял, что змеи, они ощущаются именно так. Дальше слева еще коробка вверху есть. Да, давай, 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 давай. Потом. И ниже тоже есть коробки. Все переворачивай. Моя сестренка хочет тебя пощекотать. Да я понял, все, хорошо. Хорошо, во, подожди, там змея. Во, 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 во. Вот, взял. Нашел, да, еще молодец. Еще одна где? Вот, там, во, стоп, стоп. Вот, да прямо руку поверни, прямо. Какую руку? Ой, правую руку, да. Справа от тебя буквально. Вот, вот коробка, и там змея наверху, вот. И наверху змея, что? Теперь пошли вокруг. Это змея? Да, да, это была вторую змея. Взял. Вниз теперь. Подожди, опусти. Тут еще коробка. Все коробки там переворачивай нахрен. Да не, не надо. Нахуй, это мешковина, я ничего не вижу. Так, давай справа от тебя вверх, чуть-чуть руку подними, коробка стоит. Змея? Нет, 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 развернись обратно. Змея в руках, да. У меня, блядь. Да, вижу, молодец, ты просто мужик. Я мужик. Да, ты молодец. Ай, блядь. Мужик, у тебя член большой. Володя нашел змею, достал и начал. Лара, смотри, смотри. Ну, то есть мужское самолюбие. Лара, похвали меня, под текстом было похвали. Я сразу, молодец. Когда напарница кричал, ты мужик с остальными яйцами, меня это не очень воодушевило, потому что я был занят поиском вот этих змеек, короче, руками. Время вышло. Выходи. А ты мужик с большими яйцами с остальными. Да. И если бы, допустим, мы поменялись с Ларой ролями, и я кричал, а она слушала мои команды, мне кажется, это было бы не так эффективно. И в бой вступает последняя пара. Вы будете собирать... Мух. Парни, ваши 3 минуты начались. Сможете ли вы обыграть девчонок? Вот, иди, прямо иди. Вот, правее, правее, на стене муха висит. Блядь, что ты делаешь? Тянись вперед, тянись, левее, 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 щупать стену. Вот это? Да. Ага. Да. Искать, мух в очках. Что это за бред? Ящерицы какие-то. Чего тут есть? Иди правее, правее. О, муху нашел. Красавчик. Ну вот там очень попробует. А, блять, а я не знаю, подожди, это не, я это не муха. Понимаю, просто что это? Там какая-то поебка лежит. Это не, это лягушка. Ну выкинь ее на. Да что ж ты такой медленный? Я а вот это, подожди, вот это муха. Я начинаю злиться. Нет, это таракан, выкинь ее на. Да там я все собрал, кроме мух. Я так понял потом, то, что у них крылышки, я начал по крылышкам и понимаю, что там больше нет ни у кого крылышек. Все, бросай ты, иди правее. Да, мы были медленны. Я просто не знал, куда его направить. Это вот. Но это не мухи. Выкинь, тогда правее еще смотри. Я не знаю, может мухи, посмотри. Нет, ты. Это не мухи, выкини. Все, забей на это, переверни коробку. Коробки, в ней пусто, я все ее прощупал. Все, тогда иди правее. Иди правее, дальше смотри. Вот сюда? Да. Так, вылазь оттуда, пи***ду. Нет, посмотри вот, вниз, муха. Вниз муха, посмотри. Муха, смотри, муха. Да, да, да. Здесь сейчас шубу. Переворачивай все, смотри. Кто это? Кто это? Так, 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 стоп, стоп, в левой руке у тебя. Вот в этой? Да, левая, вот, все, вот. Это муха. Скорее. Да, вот она с крыльями. Это не муха, да? Делаешь пи***ц просто. Время. Вы использовали свой шанс. На выход. Давайте сосчитаем, сколько животных собрала каждая пара. Мы набрали 6. 4, 5, 6. Мужик с большими яйцами с остальными! Да. 4 штуки получается. Девчонки собрали 6 предметов. Вова с Ларой тоже 6. 6 змей! Парни, у вас всего 4. Вы покидаете мою игру. Я расстроен, пиздец, как, еще говном воняет. Я расстроен, ну, блин, хотел все-таки бабок заработать.
вас ждет мое любимое задание. Мы тщательно все обработали. Поэтому не бойтесь ничего, кроме этой шоковой. Ваша главная опасность – это я и мои монстры. А что у вас тут садомазохистские игры, что ли, сегодня? Сейчас я буду делать вам больно. Очень больно. Мы сыграем в викторину. И за каждый неверный ответ я буду бить вас током. Наслаждайтесь. Попрощалась мысленно с жизнью, а там, оказывается, всего лишь вопросы. Причем школьные вопросы. Я понимаю, что мне 45 лет. И первый вопрос. Какой материк омывается океанами Америка? Видимо, от шокера у меня все мысли разбежались. Все. Четыре океана. Стоп. Надо было лучше географию учить. Так, окей. Материк Евразия. 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 Если ты не ответишь на вопрос, тебя просто ведут ток, это страшно. Самое маленькое простое число – ноль. Один. Ноль. Как не ноль-то? Так, сколько зубов у человека? 33. 32. Я знаю, что столица Турции… Стамбул. Ты неправильно ответил, удар током. Анкара. Анкара. Лиссабон, столица какой страны? Не помню. Лиссабон. Я не знаю. Знает, следующий. А зрители пишут, что вам совсем не больно. Камон, ну вот пусть эти комментаторы, короче, садятся вот на этот стул, и я посмотрю, будет им больно или нет. Ну, типа, это действительно больно. Какая самая близкая звезда к Земле? А Луна. Солнце. Ты отвечаешь, и ты не уверен на 100%, правильно это или неправильно, и ты до последнего ждешь этого удара. Когда была принята Конституция Российской Федерации? Конституция Российской Федерации? 1995. Я не знаю, правда, я не знаю. Хорошо, я тебе подскажу. 1993. Я слышала, что сейчас носят какие-то поправки в Конституцию, мол, она устарела, но это же 93-й год, это же прошлый век, я вообще тогда была маленькая. Самое большое животное в мире – слон. Слон. Еще. Слон. Так хватит! Сколько материков на планете Земля? Так, 1, 2, 3. 4 материка. Они задавали вопросы из школьной программы, из географии. А мне с географией плохо. Самая близкая звезда. Сейчас. И я читаю вопросы, я понимаю, что не могу сказать ответ, потому что я не могу дышать. Я не могу дышать. Это паническое. Я боюсь. Ты хочешь говорить со мной? Можно выйти из игры, пожалуйста? Это твое окончательное решение? Да. Это твое право. Мы прощаемся с тобой. Кажется, это была паническая атака. Никогда. Я боюсь тока очень сильно. Меня уже один раз били током. Хотела дойти до конца, но я не ожидала, что я так буду реагировать. Просто не смогла дышать. Ваши пытки закончились. Хотя
Мне понравилось. К сожалению, одного игрока вы уже потеряли. Но остальным я готова огласить результаты. Давайте я расскажу, сколько верных ответов вы дали. Алена – 5, Лара – 4 и Вова – 8. А дальше пойдут только двое – Вова и Алена. Я, наверное, не расстроена, потому что школу я уже давным-давно закончила. Мне 45 лет, я этим уже не интересуюсь. Кровать, так как я сейчас прохожу тренинг «Как выйти замуж», то я думаю, что мне кто-нибудь ее обязательно купит, подарит. А вас двоих ждет финальное испытание. Перед вами висит ключ от сундука с деньгами. Но забрать его сможет только один. Тот, кто первым освободится из моих оков и выберется из этого чудесного ящика. Мои гости соблюдают все меры предосторожности. Ведь впереди их ждет что-то действительно страшное. Закрывайте их. Мы должны были полностью развязаться, снять все три узла с шеи, с рук, с ног, встать и сдернуть ключик от сейфа с деньгами. Вот. Но я думаю, ну блин, камон, это, наверное, просто. Но я не учел одного момента. В гробу, короче, я оказался не один. Ой, я кое-что забыла. Точнее, кое-кого. Давай, уходи! Нет, только не это пи***ц уже! Я себе! Ну, пи***ц. Ну, я думал, он меня сожрет там в этом гробу, короче. Убирайте ее! Не хочу я себя! Нет! Не хочу! Я кричала, материлась, посылала всех. Алена в этот момент параллельно со мной, она визжала просто как сумасшедшая. Отвалите от меня! Я верещала, орала. Это было очень страшно. Освободите ее. Я больше к вам не приду никогда. Было очень страшно. Я сыпуха ужасная, я боюсь всего на свете. Я из-за этого сюда и пришла и убедилась в том, что я больше никогда не приду на такие мероприятия. Слабакам не место в моем доме. Я прощаюсь. Не, это было, это бомба вообще, это пушка. Я очень рад. Я очень рад, что я дошел до конца. Это заслуженные бабки. Когда я смотрел программу, потом ко мне в голову пришла идея написать, ну, подать заявку на участие в шоу.
Я думал, что все будет проходить максимально лайтовей. Я не ожидал, что с меня снимут футболку и положат типа в один гроб с двумя змеями. Я не ожидал, что придется засовывать руки в какие-то непонятные горшки и искать там маленькие ключики. Я не ожидал, что меня будут бить током за неправильные ответы на вопрос. И это было мое самое глубочайшее заблуждение. Я просто безумно рад, во-первых, что это закончилось, и безумно рад, что я вышел отсюда с бабками. Как и обещала, разыгрываю лисенка. И его получит тот, кто правильно ответит на вопрос. Кто меньше всего дал правильных ответов в шоковой. Пишите свои ответы в комментариях. Как же я по вам соскучилась. Мне очень не хватало ваших криков и истерик. И я хочу еще. Приходите, и я устрою вам незабываемый ночь.